Всем привет, ребята, с вами снова я, Маша, и сегодня мы приехали в магазин, чтобы покупать все, абсолютно все зеленого цвета. Кто не видел первую часть с розовым цветом, советую вам посмотреть, потому что, судя по вашим комментариям, вам очень сильно понравилось. Ну а я напоминаю условия. У меня нету никаких ограничений ни по времени, ни по бюджету, ни по объему. Самое главное, чтобы вещь была зеленого цвета. Неважно, что это будет, еда, какие-то приколюшки, одежда, может быть, даже зеленая техника. Самое главное, чтобы она была зеленая. Так что да, ребята, надеюсь, вы готовы тратить денежки. Я так точно готова. Поехали в магазин. Та-дамс! Мы с вами приехали в магазин, а это значит, что начинается дичайший зеленый шопинг. Я пока сюда заходила, уже увидела одну зелененькую вещичку. Смотрите, она точно зеленая. Вроде бы даже со всех сторон зеленая, да еще и два оттенка зеленого. Так что она мне точно нужна. Я надеюсь, что это не просто коробка, а коробка все-таки с самим Лего. Да, ребята, это коробка с кубиками, потому что у нас есть уже красная коробка Лего, она была пустая. Вот это не пустая, это что нам подходит, берем. Поехали дальше. Это белая с зелеными вставками. Как ты думаешь, это считается? Я всю жизнь мечтала о роботе. Ну, она бы цветная, я бы сказал. Она не зеленая, да? Блин, почему нет? Какой-то самый обычный дурацкий пластиковый бластер. Но я думаю, будет классно стрелять. Он зеленого цвета, у него есть зеленый шарик. Не смотрим на эти два шарика. Если я буду смотреть вообще на все цвета, я еще ничего не куплю. Поэтому мы берем этот бластер, он зелененький. Идем дальше. Я тут вижу еще есть кое-что зелененькое. Вау! Это пистолет со стрелами, ребят. Реально стрелы. Пинь-пинь-пинь. И они прям пинь и приклеиваются. О, зеленая кукла! Офигеть, это из мультика Дисней, ее, по-моему, Тиана зовут. Точно Тиана, ребят, смотрите. Я, в общем, не помню, но она зеленая. Я в детстве мечтала играть в большой теннис, и если бы мне эту куклу подарили лет 7, мне кажется, я бы описалась от счастья. Как жаль, что она не зеленая. Это тоже Тиана. Это маленькая Тиана. Тут есть лягушка, есть цветочек, а еще эта штука, походу, крутится. Смотрите, типа, картинки. У нее на платье можно картинки менять, и будет разные варианты настроения, типа, такого проектора. Крутая штука, я хочу ее. Я вижу стенд Hot Wheels. Как вы знаете, Денис коллекционирует машинки Hot Wheels. Я не помню, какие у него есть машинки из зеленых. Но давайте посмотрим, какие здесь есть зеленые машинки, а он мне подскажет, есть у него такая или нет. Вот если бы у нас сегодня был белый челлендж, я бы ему обязательно такую взяла. Она, кстати, очень дорогая, потому что она коллекционная. Так вот, если вы хотите челлендж с белыми товарами, то обязательно ставьте лайк и собирайте 15 тысяч. Офигеть, тут самолетики есть. Желтый, оранжевый. Зеленого нету, Денис, прости. Я нашла тебе зеленую машинку. Она похожа на машинку типа черепашки-ниндзя. Похожа, но нет. Она, видите, зелененькая, написано Monster Truck. Она огромная. Но, в принципе, прикольная. Она зеленая, по большей части зеленая, поэтому нам подходит. Я нашла розовую, ребята. Помните, в прошлом ролике я тоже брала розовую машинку Пончик. Но у нас сегодня не розовый челлендж, поэтому сори. Есть! Только это не Hot Wheels. Это какая-то подделка, технопарк. Хочешь такую? Нет, такую точно. Ну и что не хочешь, я тебе возьму все равно. Она зеленая. На зеленый челлендж она надо брать. Подбился. Ну и что? Будет у тебя технопарк, роуд, рейсинг. Что тебе? Я тебе в подарок подарю деньги. Это не надо тебе тратить. Я подарю. Смотрим, может быть, есть какое-нибудь чистое зеленое лего. Я вот думаю, вот это вот подходит. Нет, она вроде зеленая. Как думаешь, зеленая? Город мастеров. Флаг в подарок. Я думаю, она зеленая. Берем. Вперед, мои друзья. Идите сюда быстрее. Это брызгалка. Она подключается к шлангу, и вот эти штуки начинают крутиться и брызгают водой. Вообще крутая. Но есть одно но. У нее оранжевый панцирь. Подходит ли она нам? Давай, ты сегодня судья. Не подходит. А вот эта штучка зеленая? Разноцветная. Да ну ё-моё, если я говорю, мы тогда вообще ничего не купим. А я хотела много всего клевого купить. Так, пойдем дальше. Я нашла полностью зеленую игру, смотрите. Называется Scrabble классический. Я такую даже не знаю. Слова типа составляют. А, точно. Я видела такие в американских фильмах, ну, соответственно, с американским алфавитом. Классно. Но сама в такую никогда не играла. Я даже не знала, как называется. Денису нравится. Соответственно, мы ее берем. Но она ведь зеленая, мы бы ее и так взяли. Но она еще и нравится Денису, так что вообще пушка. Словодел, прикиньте. Это типа большая версия и оригинальная, видимо. А это, по всей видимости, компактная, как тут и написано. Короче, суть остается одной. Мы берем две одинаковые игры, потому что они зеленые обе.
Oh my garble, ребята, я требую, я просто очень требую, чтобы у нас был радужный челлендж, где мы будем покупать все радужное. Потому что я как не приду в магазине, все такое красивое радужное, смотрите. Я бы взяла вот этого Пушплю, он классный, но он не зеленый. Если будет под этим роликом 30 тысяч лайков, то я обязательно устрою радужный челлендж, потому что это сложно, но мы будем ходить и искать в разных вообще магазинах все радужное и покупать. О! Во! Все! Давай прыгай в тележку, крутая штука, мне очень нравится. Поппин авокадо, что это такое? Сквизи фом шутер, ребят, это какой-то сквиши. Можно собрать целую коллекцию. И вот авокадо нам единственный подходит. Здесь есть еще вот такая вот акула. Еще есть прикольный виноград. Если был бы фиолетовый челлендж, я бы взяла. Смотрите, есть еще вот такой динозавр крутой. У него вот эта вот штучка внутри. А, я поняла. Ты ее сжимаешь и этим шариком типа пуляешься. Да-да-да. Круто, мне нравится. Тут еще что-то есть зеленое. Вот это зеленый рай. А еще есть желтый. Вот такой крутой банан. Крутяк. Что, берем динозавра и авокадо. Зеленая полимерная вина. Здравствуйте. У меня вопрос на миллион. Вот эти вот веники когда-то были ярко-зелеными. Сейчас они, конечно, тоже зеленые, но не супер-зеленые. Подходят ли они нам? Я думаю, подходят, потому что они все равно зеленые. У них еще и упаковка зеленая. Так что берем. О, кстати, мне нужны такие матрасы. Но они всегда все синие. Естественно, зеленого нету. А, нет, смотри. Ну, он такой зелено-серый. Односпальный. И у него ортопедическая какая-то там крутая система. Но он зеленый. Давай возьмем. Как будто прям для него. Коробка, главное, зеленая. А само в нем не зеленое. Такая-то шашлычница. Не берем. А вот это, походу, зеленое. Вот это нам подходит. Зеленый контейнер. Что, опять скажешь, что не подходит, что ли? Мне кажется, он даже желтый какой-то. У него странный оттенок зеленого, но он зеленый. Так что, я думаю, надо брать. Тебе нужны шампура? Нет. Я думаю, тебе всегда нужны шампура. Даже если не надо, надо брать. Они зеленые. Ого, прикольно, ребята. Смотрите, какой мангал. Это олень. Он весь разборный. Интересно, зачем так придумали? Жалко, что он не зеленый. А у него подставка зеленая. Реально? Да. Так, ну я думаю, нам подходит, поэтому мы берем. Серьезно? Да нет. Все, валим отсюда, он точно не влезет в нашу тележку. А то ребята, походу, реально сейчас возьмут мангал и забьют вообще все место в моей телеге, а мне мангал не нужен. Вот это крутяк. Вот я такое хочу. Ребята, это еще и дополнительное место. Интересно, сколько эта штука стоит? Сегодня свои деньги трачу, мне надо знать цены. Но, блин, она такая крутая, я возьму. Это, знаешь, ты ходишь такая по огороду, собираешь всякие разные сорняки, сюда-сюда спихиваешь и идешь на мусорку. А зеленая, понимаете? Вау, ты же хотел такой стул, помнишь? Да. Он зеленый. Присядь, удобно уже, нет? Мне кажется, он сейчас сломается. Вот это что такое? Оно зеленое. Смотрим, набор мебели для пикника. Три предмета. Стол и два стула. Опа, а ты какие понимаешь? Стулья? Вот они. Шикарно. Они стоят 2500 рублей. Я думаю, если брать, то лучше те вот маленькие стульчики по 150. Они тоже зеленые. Берем один и второй. Нормально. Я нашла вещь, которая точно пригодится в быту. Зеленая жидкость для розжига. Но Денис меня уверяет, что внутри она не зеленая. Но бутылка-то зеленая, и мы не узнаем, пока ее не купим, зеленая она не, или не зеленая. Поэтому I'm sorry, я не твоя love story. Я беру эту жидкость. Я просто ору топ-контент, скупаем зеленое удобрение. Но тут нам подходит все. Смотрите, есть для хвойных, есть для росы хризантем. Я не знаю, зачем, то у меня нет ни росы хризантем. Фрукты, ягоды, томаты, огурцы, универсальное удобрение. Я не знаю, что брать. А есть еще просто эликсир для рассады. Вот возьму его. Буду эликсирить. Я думаю, эликсир молодости. Зеленое мыло от насекомых вредителей. Я не знаю, что такое, но давайте возьмем тоже. Почему бы нет? Ну и давайте возьмем. У меня нет ни фруктов, ни ягод, но, наверное, появится после этого ролика. Стой! Стой! Ты не понял? Это огромный зеленый кузнечик. Он на самом деле очень страшный. Не знаю, камера это передает, но он прям такой мутант как будто. Такой криповый какой-то. Ага. Да. Я его не хочу брать. Он меня пугает. Прям. Ну чё, мне кажется, что-то надо брать. Пистолет-распылитель весь зеленый. Берем. Есть еще один распылитель зеленый. Берем. Есть всякие разные разделители, светлители. Берем. Тебе надо-то что-нибудь, я тебе возьму зеленое. А грабли? Есть соединитель. Зеленые грабли, серьезно? Они пластиковые, прикинь, я думала, они железные. Прикольные, я думаю, пригодятся. Берем. О, это секаторы, вот так вот. Хрянь. Что-нибудь подрезать, блин, крутая штука зеленая. Берем. Я еще такую штуку не взяла, но я не знаю, нужна она мне или нет, секатор. Он зеленый. Ну, она оранжевая, Маш. Блин, она оранжевая, окей. Вот такая. Ну, пойдет. Ну, что-то она мне не нравится, и я не знаю, зачем она мне, ну, берем.
Это фонарик, который вставляется в розетку. Типа он может быть даже заряжен, но он разряжен. Он тут единственный такой, мне кажется, что он ждал именно меня. Вот это удача. Мы пришли в отдел, все для малышей. Тут есть зеленые салфетки. Вот такие зеленые и такие зеленые. Конечно, вот эта упаковка самая зеленая из всех. Самая. Ультракомфорт, чтобы жопки было мягко. Вот, поживляемся зеленым детским шампунем. Смотрите, есть такой, такой, такой. Возьмем вот такой, который по скидке. Тут еще есть мыло зеленое. Тоже берем. Главное, что зеленые. Приготовьтесь, если вы сидите, то хорошо, если стоите, то лучше сядьте. Тут куча слаймов. Вот этот зеленый? Нет, он не зеленый. Но если смешать два цвета, то будет зеленый. Но он сейчас не зеленый. Вот этот точно зеленый. Ищем, 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 ищем. Вот, смотрите, медуза слайм. Зеленые упаковки. Следовательно, слайм будет зеленый. Так что тоже берем. Что тут есть еще зеленое? Клевый. Берем. Походу все. Все остальное зеленое уже кто-то купил до меня. Смотри, зеленый трактор. А у него тут типа грязь или бетон. И он где-то его что-то где-то как-то выдавливает. Вот, смотри, камни делает. Крутая штука. Play-Doh Wheels. Ну а что, он зеленый. Думаю, можно взять. Продолжаем искать зеленые штучки. О, ребята, я там кое-что нашла. Смотрите. О, он зеленый. Это крокодил, который должен вырасти в воде. Мега-крок. Вырастает на 600%. Обалдеть. Берем. У меня, кстати говоря, была уже такая змея. На втором канале я вам показывала. Она из вот такой превратилась вот в такую. Обязательно смотрите. Что это такое? Это акула. И она на батарейке. Она, наверное, плавает. Lil Shark Floating Blinkers. Ребята, эта штучка плавает в воде. Я такую точно должна взять. Офигенно. Мы нашли летающую зеленую тарелку. У нас все летающие штуки всегда улетают соседям, поэтому я не знаю, брать или нет, потому что она сегодня же окажется у кого-то из соседей, либо справа, либо слева. Наверное, возьму зеленая, клевая, классная. Вот это крутая штучка. Блин, она вся зеленая. Ты не можешь мне отказать в ней. Смотрите, здесь такая ляга, и она пускает мыльные пузыри. Бутылочка зеленая, она зеленая, идеально подходит. А это что такое? Типа вот так вот. Пш-пш-пш-пш-пш-пш. Клевое, возьму. А вот это? Прикиньте, его можно типа запускать, это парашютист. Он зеленый. У него, правда, парашют черно-зеленый. Но нормально же. Нормально, я думаю. Упаковка вообще синяя. Ну и что мы, если по упаковке будем выбирать, мы вообще ничего не выберем. А вот это я тебя точно возьму. Смотри, есть щетка для уборки. Вот такая зеленая. А есть вот такая зеленая. Ты можешь себе выбрать какую-нибудь зеленую щетку. Давай вот эту. А есть еще вот такая, их вообще три вида. Смотри, вот эта какая классная. Давай ее. Денис выбрал самую дорогую. А снизу? О, божечки, она масенькая. Смотри, тут ручка даже зеленая, а там тоже зеленая. Я не знаю, какую. Хочешь эту? Значит, да. Мы берем эту зеленую щетку. Ого, зеленое средство, оно прям зеленое. Очиститель и кондиционер кожи. Очищает, питает и защищает кожу, винил, резину и другие материалы. Слушай, я тебе сегодня куплю материал автомобилиста. Щетка есть, еще и вот эту штуку, если возьму, то ты вообще мне просто должен пятки целовать. Че, реально, что ли? Не, мне не надо такое. Не, ну я беру пятки на зеленое. Пятки целовать никто не будет. Да я же пошутила, ребят, что вы поверили тоже, что ли? Я просто пошутила. А что такое антифриз? В машину заливать. Давай тогда омывайку возьмем, смотрите. Она зеленая. Летняя. Летняя. А может, комой тоже зеленая. Ребята, у нас есть тоже шикарный выбор. Вот такая зеленая омывайка и вот такая зеленая омывайка. Но вот здесь непонятно, будет ли она зеленая. А здесь прям видно то, что сама жидкость зеленая. Так что я думаю, берем ее, да? Смотрите сюда. Та-да-да-да-да. Это зеленый матрас. Он еще и по скидке 129 рублей. Тема хорошая. Берем. Смотри, тут еще что-то зеленое. Вот, он точно зеленый. Это арбуз. Да зеленый он. У нас, посмотри, у нас везде где-то присутствует какой-то хотя бы один цвет. Это нормально. Не бывает всего однотонного. Ой, он дурацкий какой-то. Ладно, это мне тоже не нравится. Но, внимание, вы готовы? Та-дам! Зеленые гантельки. Ой, нифига, они тяжелые. Опускаем. Я нашла зеленые горшки, ребята. Но они же зеленые. Смотрите, какие красивые. Хопана. Мне кажется, вот этих мне достаточно. Зеленый распылитель. Но он, правда, очень маленький. Но прикольно, лишним не будет. Самое главное, зеленое, то, что нам точно надо взять. То, что мы давно хотим купить. Это триммер для травы. Он еще и по скидке. Зацените, какая крутая тема. Здравствуйте. Тут даже написано, что он зеленый. Видимо, какого-то цвета еще бывает. Нам повезло. Он зеленый, зеленый челлендж, зеленый триммер. Берем. Плавно перетекаем в ряды всего для рыбалки. Тут кто-то чай зеленый оставил. Реально кто-то подкинул зеленый чай. Он такой еще тяжелый. Ладно, я его заберу.
Вот эта штука, это какой-то плетеный шнур, он зеленый. Смотрите, ребят, какой он тоненький. Видимо, это для рыбалки. Я в ней не шарю, поэтому брать не буду. Кажется, мы пришли в мой самый любимый отдел с чипсиками. Смотрите, тут много всего зеленого. Я такие, допустим, никогда не пробовала. Чипсы от фирмы ОК, они зеленые. Возьмем. Такие тоже не пробовала. Чипсы картофельные. Почему все зеленые со вкусом сметаны и лука? Это специальная фишка у мерчендайзера все эти вкусы зеленые делать. У меня уже места мало на самом деле. Хорошо, что я вот эту корзину взяла. Без нее бы еще меньше было. Прям явно зеленый сок. Но вы в курсе, что яблочный я не люблю, поэтому возьму яблоко и виноград. Он тоже зеленый. Овощной смузи с имбирем. Мне кажется, такая редкостная гадость, но я попробую, тем более он зеленый. Почему моя тележка почти полная? Я нашла то зеленое, что могу пить практически каждый день. Это зеленый чай Липтон, я его просто обожаю. Все лучшее сказки мира, но она реально зеленая. Вау. Все. Прикольно. Что, придется брать, видимо. Я нашла что-то зеленое. Тетрадку. Вой, она такая странная. Я в такую никогда не писала, а ты? Это для первоклассников. Ну ладно. Чтобы они уровень держали. Ой, мне тоже надо, чтобы я уровень держала. Но я ее не буду брать. Я нашла самую зеленую вещь в отделе с одеждой. Это зеленые носочки, но они реально классные, качественные, приятные. Так что берем. А в отделе всякая химическая штука тоже много всего зеленого. Смотрите, тут есть зеленая швабра. У нас, правда, уже есть розовая, но это же не швабра, это же метелка. И пускай метелка у нас будет зеленая. Ой, тут так берешь, туда-сюда, вообще отлично. Продолжаем наш челлендж. Я нашла зеленый коврик. Ой, какой же он жесткий просто. Он такой больнючий. Не, я такой не хочу. Можно сделать юбку. Выгляжу супер стильной. Берем. Это точно пригодится каждому и везде. Зеленые мусорные пакеты. Есть фрекинг бок, а есть те, которые быстро разлагаются. Берем и те, и другие. О, реально зеленая, я вообще не заметила. Ну, тема хорошая, берем. А я вот еще кое-что зеленое увидела. Ой, кажется, у меня все валится, и походу скоро придется идти на кассу. Я нашла зеленый мистер мускул. Тут, походу, можно оторваться фэри. Зеленый. И еще вот такое средство для посуды тоже зеленое. Не, ну а что, оно лишним не бывает. Есть контейнер, кружка. Интересно, зачем это? Типа, чтобы суп пить? Тема прикольная, нужно испробовать это на себе. Давайте возьмем. Та-дамс! Мы в отделе со сладостями. Интересно, что мы тут сможем найти зеленое. Погнали смотреть. Берем M&M's, он зелененький. Skittles, ребят, он зеленый. Бахаем. Вот это, ребята, мне фартануло. Тут в отделе есть зеленый чай. Вы понимаете, зеленый чай. Я же вообще могу вот все вот это скупить, потому что оно все зеленое. Давайте смотреть, что тут есть необычного. Итак, есть такой вот апельсиновая корочка и аромат цитрусовых, зеленый чай. Красная полянка, никти. Я такой никогда не видела, не то чтобы не пробовала. Берем. Молочный улун тоже возьмем. Тут все по стандарту. Ахмат, Гринфилд. А вот такой вот с имбирем, мятой и гвоздикой я не брала. Возьмем. Наверное, это мой рай. Найти зеленые грядки. Тут все мне подходит, понимаете? Берем. 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 Вот это берем. Ну, походу, все зеленое. Вот это фартануло. Ребята, посмотрите, сколько тут всего зеленого. Я в шоке. Гели для умывания зеленые. Лосьон-тоник зеленый. Еще один лосьон-тоник зеленый. А еще я нашла зеленый гель для душа. Есть вот такой вот суперфуд ягода асаи и овес. А есть такой грейпфрут и сок имбиря. Мне кажется, здесь зеленого больше, поэтому возьмем его. Сила и блеск. И, походу, еще такой кондиционер. Все зеленое. Зеленые средства личной гигиены. Ну, давайте вот это возьмем. Вот это возьмем. Возьмем и на этом достаточно. Вот это да, ребята, мы смогли с вами набрать целую корзину зеленых товаров. Тут все зеленое, и я уже еле как передвигаю эту корзинку. Из нее постоянно что-то норовит упасть, поэтому я думаю, что пора валить на кассу и смотреть, сколько всего единиц зеленых товаров я купила, а самое главное, на какую сумму. Но вы прямо сейчас предлагайте в комментариях следующий цвет. Я буду прислушиваться к вашему мнению и в следующий раз поеду закупать, допустим, либо синий, либо серый, может быть, желтый цвет. Короче, пишите, какой именно. Ну и, конечно же, я хочу передать прямо сейчас приветы своим самым активным подписчикам, чьи комментарии появились на экране. Тык. Ребята, огромный вам привет! Желаю вам прекрасного настроения, может быть, даже зеленого, потому что зеленый цвет очень классный и яркий. Ну, а мы идем на кассу. Ребята, вы не поверите, но я хочу рассказать один прикольный прикол. Прикиньте, даже пакеты оказались зеленые. Такого я точно не ожидала. Короче, как вы поняли, мы все купили, сумма получилась просто какая-то
космическая. Попробуйте угадать ее в комментариях, и я сейчас по теку буду считать, сколько всего позиций я купила. Так что тоже пишите, сколько вы думаете позиций я купила зеленого цвета. Но я обязательно напишу под этим видео в комментариях и закреплю, чтобы вы знали, сколько штук в итоге я смогла найти зеленого цвета. Но на этом видео подошло к концу. Всех вас очень сильно люблю. Пока!